Всем привет, дорогие друзья! Сегодня пройдем ТО-5 на Ладе Гранте. Цены растут, конечно, вверх на иномарки, и то больше на ТО. Я не знаю, это ТО, наверное, будет последнее, потому что уже жаба душит за такие деньги. Сами понимаете, ну вы в самом конце увидите, какая будет цена на это ТО. Итак, дорогие друзья, машинку загнали на ТО-5. Сейчас мастер посмотрит все нюансы, все подробно расскажу, и соответственно цена в самом конце будет. Такая приспособа, остужаем двигатель до комнатной температуры, будет регулировка клапанов осуществляться, будет замена произведена передних дисков тормозных с колодками, потому что больше 120 км в час набираешь и тормозишь уже при скорости, машину шатает. Так, еще будет произведена замена ступичного заднего подшипника правого. Видите? Шумит. Цилиндры закоксовались. Была тоже замена. Они после 5 лет. Ну, машина уже, соответственно, не новая. Также, соответственно, с другой стороны был цилиндр заменен, он закоксовался, а здесь вроде нормальный ступичный подшипник. Ну, в принципе, и все. Сейчас мастер ушел за комплектующими. Происходит замена ступичного подшипника правого. Сейчас приспособу вставим. Вот и все. Так быстро и легко производится замена масла. Старое на новое. Заливаем матюл французское. Сразу же замена антифриза происходит. Старый сливаем. 5 лет отходил. Пока стекает, посмотрим, что у нас в корзинке. Диски у нас новые, оригинал. Все, коробка. Выбарковки нету. Все с заводом-изготовителем. Оригинальное масло я заливаю, матюл 10 на 40. Вот она. 5 лет им уже пользуюсь. Французское масло. Без подделки, без всего, в канистре беру постоянно. Антифриз оригинал. Вот. Лучше залить оригинал, чем покупать фуфло в магазине, соответственно. Ну, я прежде всего за качество, а не за переплату денег. Замена цилиндров происходит на новое, на оригинальное. 5 лет проходили. И хватит. Все тот же мастер, все те же руки. Проверяем. Все четко, не шелестит. Thank you.
Сейчас посмотрим колодки. Ну что, как новое. Год отходили. Диски в этом году только будем менять. Тоже опять с новыми. Соответственно, а эти можно куда-нибудь, я думаю, на Авито продать. Дом снимается. Пять лет все-таки. Вот они, родные, которые проходили 5 лет. Оригинал. Меняем на оригинал. По сути, износ есть, но небольшой. Но все-таки 5 лет прошло. Я думаю, стоит поменять. Ну, новенькие. Ставим новые колодки, соответственно, в комплекте. Все смазывается. И, соответственно, другую сторону точно так же все меняем, все делаем. Не стоит это все показывать. Все. Сразу все моют, убирают, чистят. Все культурно. Что-что? Потом растопчется. Конечно. Заливаем антифриз, 5 с копейками влазит сюда. Регулировка клапанов, сейчас посмотрим, в норме, не в норме. Если не в норме, будем регулировать, соответственно, приспособа. Ножницы как у хирурга. Прикольно. Щуп. Клапана отрегулировали. Сейчас будем заливать масло. Замена масла. Заливка. Масло залили. 3 литра 200 грамм. Замена салонного фильтра. Ну, эта процедура быстрая. Вот за год использования пух все равно есть тополинное, да, это цветение. Пыльхи. Все видно.
Тоже оригинал все. Проверка уровня электролита. Сюда же все входит. Пятое ПО. Проверка уровня заряда батареи. 69%. 12,4. Нормально. Еще долго будет жить. Кстати, фирма Аком. Раньше солидолом делали. Сейчас с маской. Масло в норме. Так что все четко сделали. Осталось посмотреть еще фары. Свет. Как часики работают. Смотрим фары, регулировку. Центр видим вам, не видим. Вот. Там стрелочки показывают. Плюсики. Ну, здесь темное стекло. Соответственно, точно так же другую. Скорее всего, ребят, вам не видно было. А вот. Фокусировалась, середину поймала, все нормально. Все. Вот, в принципе, и все. ТО прошло. Машину выгоняю. Сейчас будем оплачивать. Посмотрим, какая цена у нас вышла за все это. Идемте в автосалон оплачивать. Цены на ТО сейчас в данный момент на сентябрь месяц получается у нас. Вот. Кому интересно, нажмите на паузу. Все видно? Итак, дорогие друзья, подведем итог по ТО номер 5 по Ладе Гранте. Это у нас составило 16,5 тысяч. Все про все. Стоит проходить ТО, решайте сами.